things. I threw a spinning back fist or something. He told me, so we're throwing spinning shit now. And I kind of just, I had to crack a smile at that one. Just told him, yep. I'm doing what it, yeah. Yes, I am. Josh stands right back up. Привет, бойцы! Это видео только для закрытого клуба, онлайн-клуба Muay Thai CK. Вас уже достаточно. Был этот вопрос, задали мне вопрос, как защититься от бэкфиста. Вот даю на него видео-ответ, как и обещал. На интересные вопросы буду давать видео-ответы. И сразу это будет полезно абсолютно всем. Я уверен, что интересно было многим такой момент. Итак, работаем сейчас. Серега мне будет бэкфисты делать, я буду рассказывать. На самом деле вариантов защиты от него довольно немного, но если от него просто защищаться, то есть большая вероятность оставить противника в неудобном положении и очень жестко контратаковать. Я показывал в видеоуроке, как пробивать бэкфист, да, как его бросают, обманные удары, можешь это посмотреть, у тебя есть к этому всему доступ. Поэтому сейчас самое первое — это держать руки. То есть возле головы держим вплотную прижатые руки и просто принимаем. То есть стали на короткой дистанции, да, бэкфист, бэм, все, прижались, и он на перчатке спокойно ложится. Еще раз, бэм, все, прижали, все хорошо ложится. Второй момент — это делать уклончики. Не уклончики, скажем, нырки, то есть подсаживаться под удар. Когда ты видишь, что противник встает более, да, более старается... Вот сюда делаем нырочек. То есть видишь, он заряжается. Понятно, что если это первый бэкфист, да, забой, то так сразу и не среагируешь. Но если это там уже третий, четвертый, ты видишь, что противник все время старается добить, все, ты стоишь в стоечке, раз ушел, и отсюда уже можно четко контратаковать раскрытого противника. Всегда, когда бьют бэкфист, рука улетает и голова остается открытая. Всегда. То есть если быстро все это сделать, то есть стали, раз, бам-бам-бам, доработал сразу. Это очень такое, самый оптимальный вариант — подсесть, конечно. Второй вариант — тоже выставить блок предплечьем. Третий уже у нас вариант. Пошла работа, бам, останавливаем удар, пока он еще не раскрылся полностью. Вот сюда. То есть здесь останавливаем, опять-таки противник остается в неудобном положении. То есть он получается к нам спиной, боком. И отсюда можно сразу куда-то по корпусу работать, через руку в голову накрыть. Вот такие варианты. И последний вариант — просто уйти. Но здесь надо очень четко чувствовать дистанцию, потому что насколько противник сделает под шаг, ну, мы не знаем, как бы, может он еще и прыжок добавит. Поэтому уходить надо очень уметь, да, чувствовать дистанцию и не опускать ручки при этом. То есть пошла работа. Я провалил и опять-таки сразу сближаюсь с контратакой. Опять-таки он работает, бэкфист, я провалил и сближаюсь с контратакой. То есть он стоит, бросает, я провалил и сразу контратака. Только так. Получается 4 варианта. Сейчас на месте, когда без, с места работай, поехали. Первый, бэм, прикрываемся. Второй, нырочек, пам-пам, контратака. Третий, блок, и отсюда опять со спины остается. И четвертый, дистанцию разрываем и добиваем. Вот такие основные 4 варианта защиты.